Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Точку. Хватит уже инструмент ломать, если не умеешь. Ну, что расскажешь? Так, музыкальная пауза. Thank you.
Нет, без музыки тут грустно. Рекомендация от мастеров всем новичкам и не только. Нынешние рюкзаки без знаков качества. При переноске тяжелых грузов могут просто лопнуть или у владельца пуп развяжется от тяжести. Оружие убрал.
нужен. За ковром удобно присматривать. Правый так пашем. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Вот ведь как грустно все выходит. Посмешнее. Я тут вспомнил вас. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли... 3-4 таких похода как вчера. Да если бы еще хабарник, и все. Завязываю с зоной нахрен. Так, рукой махну, все смеются, ясно? У блокпоста прихватили новичка-сталкера. Ну и давай парить. С какой целью вы пытались в нетрезвом виде проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружье и патроны к нему? А тот похмельный, голова как бочка, короче, ну, задолбало все, отвечает. Пьяный, да. Сталкеров делятся советами. Один говорит, я себе куртку черную достал. Так теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. Второй. А я свой костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахивает. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись. Я неудачник. Тронешь, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. Иди к папе, тормоши его. Пап, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко,
Семен, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так пасом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? А в чем прикол? Я тут вспомнил вот. Мужик, ты проходи, проходи. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: слушай, мне артефакт нужен. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, на шее чтоб носить, так. Ну, так ведь он и радиоактивный. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке. Хватит уже инструмент ломать. Подходи, пообщаемся. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Здорово. Помоги! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно командир, передам, что ты мне... Командир, там придурок какой-то внушается. Шумнем? Отставить. Если на мелочь поизопаствовать. Ну, пусть живет. Thank you.
Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Thank you.
там дрожой, пацаны. Обходим. Гостинчик! Зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Братцы, я тут! Выручайте! Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
Сука-то! Что-то это я заболеваю, что ли? Этого еще не хватало. Что-то как-то в горле пересохло. Ну что за жизнь? Знаешь, тут лучше перебздеть, чем Thank you.
говорит. Слышите, а что вы мне колеса заменили, да? Тут очочки поправил и ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер? Так это, я когда раньше... Ну чё, и я должен. А потом зашел свободен. Два сталкера. Помнишь Васю? Ну, того, который еще хотел летчиком стать. Ну и че? Ха. Да он вчера в трамплин попал. Ну, попал, и че? Да ничего. Сбылась у человека мечта. Полетел. Хороший уже комик. А вот чего я однажды слышал. Учит, значит, контролер слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить, мертвым притворяться. Дело туговато идет, а рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. А контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. А где смеяться-то? Вернулся? Меченый. Я, в общем, по стрелку. Тогда слушай. Мы с другим... Если пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен.
могло быть и хуже. Спасибо, дружище. Одолели тварей.